И снова здравствуйте. А снова потому, что видео того же дня. То есть, как бы в первую очередь я снимал. Да, будем с грязными руками сегодня разговаривать, как говорится. Снимал заточку, то есть, как бы такой мини-обзор французской бритвы. И сейчас же, то есть сегодня же я снимаю обзор своих последних работ, попыток что-то сделать и результатов, конечно же. И думаю, даже стоит назвать это видео «Фреймбэк 21 века». Итак, что я хочу показать на сегодня? Сначала давайте начнем, как объяснить, с пробника, который более-менее вышел. То есть, я сейчас вам покажу, в чем тут более-менее и в чем тут вышел. И куда он вышел. Вот по лезвию вот такие вот сатинки. То есть, вживую они посимпатичнее смотрятся, я вам скажу. Тут отблески этих от ламп таких белых, ярких. И поэтому этот сатин какой-то выглядит грубовато. Ладно, здесь вот таким вот клинообразный пушок. И вот, смотрите внимательно, видите разницу высоты. Вот это единственное, что в нем не так. Ну, не исключая, конечно, вот эту вот форму и размеры. Довольно-таки нестандартные. Но за стандартами мы же не гонимся, да? Но все же, и тут вот могло бы быть что-то красивше и полегантнее. Хотя, тот еще, как говорится, зацеп вот этих вот насечек. Танковый трак. Как-то так. Посмотрим, что заточка покажет. Потому что вот это меня немножко напрягает. Но надеюсь, что из нее выйдет рабочая бритва. Конечно, не подарочная, конечно, не идеальная, но какая бы да вышла бы. И из того, что все-таки, в принципе, все получилось, это вот такую модельку сегодня взял, клеймо свое затетерил. Ну, главное, что бритва, да? А клеймо, да. Почему я так сделал? Кстати, вот видите, тут сатин более зеркальный, более мелкий. Это я пробую и так, и так. Ну и там не стоит его удорожать, то есть вот этим вот таким вот, вот такой обработкой. Так как, если я его сделаю вот таким же, то он в цене подпрыгнет. А кому это надо? А никому не надо. Вот, смотрите, бушок. Торец. Тут, естественно, все ровно. Я уже здорово старался именно сделать ровно. Потому что это уже был не пробник. В принципе, это уже была работа. Хотя некоторые пробы в нем были. То есть вот так это все выглядит. Хорошо цепляется насечка, но еще хорошо цепляется тем, что я ее сделал чуть меньше глубину, чем вот у того Эрли, а за счет того, что вот здесь узкое место, она такая кусачая за счет этого. Вот, видите, выделил головку так, таким образом, чтобы она выглядела как будто это фреймбэк такой, ну то есть не псевдо, а как будто реально вставленный туда в обушок, пластина вставлена. Вот. Да, не рассказал я, почему я сделал вот такие вот закаты и восходы. Видите, чуть все-таки имеется у них разница по ширине. Править не стал, потому что вот параллельность выдержана. А это уже, то есть момент такой, когда не стоит это трогать. Хотя сделать это ничего мне не стоит. Вот это вот сделать шире.
Но тогда геометрия может потеряться, и поэтому нам оно не надо. Вот. Для чего? То есть для дальнего выхода при выравнивании вот этой шлифовки и выравнивании. То есть что получается? Если я шлифую вот до этого места, то тут получается микро-микро подъем. Там какая-то там сотая доля миллиметра, но она в подъем идет. А это не есть good. И поэтому я ее продлил. Продлил, смотрю, а подъем вот где-то вот тут только что заканчивается. Думаю, надо продлить еще дальше. И так я продлил даже чуть лишку, можно было вот где-то тут остановиться. Вот тут. А я продлил до сюда, вот, ну, в целях как бы подстраховки. Чтобы мало ли что, чтобы вот это не заскочило, этот момент. То есть каким-то образом подъемом не вышел. Вот. И что можно сказать, что данные изделия готовы для дальнейшей сборки в оправы и заточки. И вот это вот последнее, то есть вот сама заточка, она покажет, чего стоит каждый клин, данный клин. То есть это всегда, это в любых бритвах. Это вогнутых, там, не обязательно фреймбэй. Это там любые вообще бритвы. То есть показатель именно для меня, как для производящего данное изделие, фактор является очень важным. То есть, когда формируется кромка, я вижу, есть ли какие-то у меня недостатки, нет ли их. А когда кромка сформирована, там уже что-то углядеть бестолково, можно только догадками обходиться и не более того. Вот. Именно во время формирования кромки на новой бритве. И на этом все. Кратенько, простенько, но поделился с вами новостями, чему я очень рад, потому что я очень люблю поговорить с вами, то есть поделиться новостями. Вот. Надеюсь, что кому-то это будет тоже интересно. И все. И все. Вот. Пока. До новых встреч.